материнской линии Василий Григорьевич Исаев. Закончил летную школу. В одном из полетов был сбит, тяжело ранен. И после лечения в госпитале его направили работать механиком в летную эскадрилью. Он обслуживал самолеты. Второй мой дед, отец моего папы, Сергей Федорович Одинг, он был хирургом, военным хирургом. Прошел 4 войны. Гражданскую, японскую, финскую и Великую Отечественную войну. В битве под Москвой был награжден орденом Красной Звезды. Потом он, еще было у него много наград, он прошел и Чехию, Румынию, Венгрию, войну, победу встретил в Берлине. Работал главным врачом военного госпиталя под Берлином. В этой войне у моего папы погибло 4 двоюродных брата. Родители выжили. Я помню. И вспоминаю теперь. Спасибо.